12 апреля Казанский федеральный университет представил свою конкурсную программу в рамках республиканского фестиваля «Студенческая весна-2019». Как и в предыдущие годы, Большой зал Уникса вновь был переполнен. Самым ярким студенческим командам предстояло в очередной раз покорить сердца жюри. Вообще это очень ответственно и очень почетно, что нас сюда пригласили. Мы очень этому рады и благодарны за такую возможность показать себя, показать свои возможности. Спасибо. В этом году финал студенческой весны 2019 Казанского федерального университета состоялся в День космонавтики. Выступления команд буквально отправили зрительский зал в полет по необъятной галактике, созвездиями которой выступили лучшие университетские коллективы. В представленных номерах танцами, песнями и шутками студенты показали этапы завоевания человеком воздушного пространства Земли и галактики. Придумали космическую тему и решили показать несколько экологических проблем и других довольно философских проблем, которые, я думаю, нам удалось показать, и донесем мы до зрителя это в лучшем свете. Традиционно фестиваль посетили почетные гости. В этом году ими стали представители Министерства и ведомств Республики Татарстан. Мероприятие началось с приветственных слов ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Практически все, которые коллективы выходят на эту сцену, они становятся уже профессионалами своего дела, как бы их ни оценивали. Поэтому огромные слова благодарности нашему студенчеству и низкий вам всем поклон и удачи. С праздником, уважаемые друзья! Лучшие представители студенческого актива продемонстрировали свое мастерство, талант и креативность в конкурсной программе. И заранее поздравляю всех победителей и призеров, потому что действительно наши творческие коллективы, наши студенты Казанского федерального университета самые талантливые, самые креативные и самые лучшие студенты. Зрителям столь зрелищного шоу Казанский федеральный университет подарил незабываемые эмоции, а участникам осветил дальнейший путь для развития фестиваля. Я выступал на первом курсе «Нас тут весны», поэтому я разделяю все это волнение, все это трепещущее чувство у всех актеров, которые выступают, потому что это действительно это сложно, это столько часов репетиции, столько нервов. Это очень сложно, и я надеюсь, что они покажут шоу, потому что они к этому долго шли, и должно это быть круто. Главной наградой фестиваля, абсолютным гран-при, был награжден юридический факультет КФУ. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз.